Тупые пришельцы. Дом сдается. Приплыли. Дальше как? На велосипеде? Господа, прошу всех сохранять спокойствие и оставаться на своих местах. Наш полет продолжится через 10-15 минут, необходимых для технического обслуживания звездолета. Спустя несколько лет. Тупик. Зона 52. Проход запрещен. $300 миллионов мелкими купюрами. Трукой плафина, как тафита стафляет эти ушасные твари сюда. Умп не сапыфает пролетающие плюнцы. И не огорчает меня полок, иначе на две половины я рассекает фас. Я не делаю ошибок. Господа, мы готовы возобновить наш полет через 5 минут. Прошу занять свои места. Давно пора. И этот чердак заколебал. Однозначно. Собирайте вещички, ребята. Отправляемся домой. О, наконец-то домой. Меня ожидает встреча с профессором Гельмутом в теплой и дружеской обстановке. Да. Профессор Гельмут, кому нужен этот ламер, этот кретин, этот трепач, этот тупой астролог? Профессор Гельмут – величайший специалист по смене пола во Вселенной! Я пойду заберу телек. Что это за запах? Очень знакомо. Человечины несет. Однозначно. Переходим к плану Б. Если человек заберется в дом, то у нас большая проблема. Я бы сказал, последняя проблема. Что ты имеешь в виду? Эй, братишки, посмотрите, что сейчас по телеку идет. Ты сейчас сдохнешь, ты будешь визжать и подыхать, а потом ты будешь дохлым. О,
утренняя роса на земляничной поляне. Как раз для нежной лапочкиной попки. Толстый-толстый слой шоколада. О, в такой же купели крестили мою тещу. Выдерживает прямое попадание из винтовки. И если с цветочками, значит Лапочкина. Оба-на, это вещь. Тройная наждачная бумага Пузана с стальной арматурой. Ого! Помоги мне, внучек! Помоги мне, внучек! Эй, дедуля, что стряслось? Стряслось то, что я Дед Мороз и уже на 8 месяцев опоздал с подарками. Ты кто? Эй, там, наверху! Я застрял! Я Дед Мороз! Опаньки! В трубе застряла обезьяна и мучается поносом. В трубе застряла говорящая обезьяна! Ты слышишь, внучек? Это Дед Мороз! Он подарки вам принес! Кто меня спасет, тот самый лучший унесет! Ой, ну его. Жрать хочу. Пойду поищу чипсы с громким хрустом. Нет, внучек, не бросай старого Дедушку Мороза в этой грязной трубе. В лесу родилась елочка. Помоги мне, внучек. Ух ты! Это надо сныкать, пока не отобрали. Помоги мне, внучек! Что за черт? Твою мать! Что за грязь сюда течет? Серная кислота. Выпил и порядок. Thank you.
Ого! Сколько ж такой мыши надо сыра? Опаньки, надувная сиська. Лапочка расстроится. Алло? А что на тебе надето? Ой, это, наверное, лапочку. Mm-hmm.
Ага, заперта. А я так хотел почитать Лапочкин дневник. Вот, самое оно. А где же дневник? И куда это я засунул пульт? Луис Альберто, кто позволил тебе смотреть телевизор без моего разрешения? Mm-hmm.
Опа! Ракеты для пикника! Ты сегодня, конечно, в тех же черных трусиках из обезьяньей кожи. Лапочка не может подойти. Он застрял в ледяном кубике. О, как меня возбуждают ледяные кубики. Братишка, поджигай! Thank you.
Мои новые колготки фирмы «Левый Вантус». Ну, братишка, ты делаешь успехи. Даже те две калории, которые ты называешь мозгами, на что-то годятся. Где калории? Жрать хочу. Братишка не дурак, просто у него затянулся период полового созревания. Половое созревание тут ни при чем. Опять Фрейда начитался. Что было раньше, курица или яичница? Дедушка Фрейд все равно скажет. Ага. Постойте, я забыл труд всей своей жизни. Диссертацию о поведении человеческих существ в 13 томах. Я провел за ней годы. Антропология, секретные материалы. Лапочка, прогрей двигатель, я скоро вернусь.
Надо вернуть мой научный труд. Приветствую тебя, могучая информационная система. Открой-ка сейф. Я забыл там кое-что важное. Здравствуй, милый Эшер. А ты достал телефон великого Ламмерта, как я просил? Прекрасная погода для гольфа, а? Не морочь мне голову, Эшер. Я прекрасно знаю, что ты здесь не за тем, чтобы беседовать о гольфе. А о чем же еще? Конечно, о гольфе. Ты слишком нервно ведешь себя для существа, желающего поговорить о гольфе. Ты что-то замышляешь? Ну, в общем, да. Я здесь не для гольфа. Мне надо забрать мою диссертацию. Так я и думал. Ты пришел за своей работой, а это значит, что корабль готов к вылету. Как мило с твоей стороны пригласить меня с собой. Тут есть некоторая проблема. Упаковки. В корабле, видишь ли, только 5 мест. И нас тоже 5. И мне очень жаль, но места совсем нет. Ты лгал мне. Я собирался улететь с тобой. Если я не могу улететь с тобой, тогда мне придется исчезнуть насовсем, чтобы не оставаться одному на этой мерзкой планете. А я ведь так и не повидал Ламмерта. Ну, конечно же, ты полетишь с нами. Мы никогда не оставим тебя. Разве не ты только что говорил, что на корабле только 5 мест? Если нет пространства для меня, то как же я полечу? Ну, оно есть. Конечно, оно найдется. И если твою память переписать на диски, тогда диски много места не займут. Диски? Для того, чтобы записать мою память, нужно 140 миллионов дисков. Согласно моим подсчетам, корабль может вместить всего 38. А этого хватит разве что на копию моей любимой игры «Проклятые земли». Видишь ли, места, конечно, нет, но я придумал один способ. Я просто сделаю 2 рейса, выгружу остальных и вернусь за тобой. Послушай, милый Этна, я неоднократно говорил тебе, как опасна эта планета. Загрязнение окружающей среды, озоновые дыры. Эта планета обречена на неминуемую гибель. О, великая земля! Ого! Thank you.
ребра с ушами. Пожалуй, эта машина уже морально устарела. Всякую надежду на встречу с тобой. Да, это я, великий Ламерт. И мне очень нужно попасть в сейф. Проси, чего пожелаешь, Ламерт. Но сперва расскажи ту историю, знаешь, про дантиста. А? Про дантиста? Однажды дантист пригласил обезьяну на свадьбу. А обезьяна подходит к теще и говорит: «Надо же, зеркало заднего вида! Ты подходишь к нему спереди, а оно показывает тебя сзади». Слушаю и повинуюсь. Плодоувеличитель. Ну вот и все, проблемы решены. Все, кроме одной. И эта проблема я. Ну что, подобрал диссертацию? Надеюсь, она поместится в наш корабль.